Так что, можем, да? А в 30? Да. Я уже хочу этого эфира, площадку, дайте площадку сказать. Люди, новое утро наступило. Там что-то происходит, там что-то светлое. Там, как это смешно. Какие они странные, какие они нелепые, или какие они прекрасные, или какие они... Я не знаю, но я хочу разбудить вас. Разбудить не в смысле, чтобы вы проснулись по будильнику, а разбудить ваше сердце, вашу энергию. Пробудить вас к жизни и к новому дню. Если что-то идет не так, например, что-то там не включается, я слов не выбираю. Знаете, я вот не люблю эти медленные танцы. Когда идет работа, я жесткий человек в работе, потому что... Вот, слушайте, это прямой эфир, это самый сложный жанр в мире, да? Это ракета, которая должна лететь и достичь цели вот каждого сердца, каждого человека. Почему мы пришли на телевидение? Потому что хотели стать знаменитой? Нет, потому что там всегда улыбаются, там всегда праздник. Я, конечно, в силу своей... позитива какого-то природного. Ну, это такой рецепт во мне, видимо, да, такой меня создали. Я думаю, что я все равно бы где-то была публичным человеком. То есть, не знаю, я хотела то быть юристом, то я хотела быть там... То есть какие-то все равно это была сцена все равно. Какая-то история, когда это площадь, ты что-то говоришь, что-то доказываешь, что-то какая-то такая активная человеческая позиция. Хотя я была совсем не отличница, да, обычно же отличницы такие. Я была половинчатая, то есть в гуманитарных я была отличница, а в математических... Я была даже не двоечница, я была колышница. Есть такое слово? Новое слово я придумала. Девочка, которая учится на колы и двойки. Ну, вот примерно так. Ну, конечно, там были тройки, но неважно. Это было по знаниям, это был кол, конечно. Потому что какие синусы, косинусы? Это вообще, я не понимаю, почему. Я умею только сложить, отнять, разделить и умножить. Все. Дальше все в квадрате. Это уже начинается космическая тема для меня. А ведь есть люди, для которых это как музыка, математика. И мне нравятся такие люди. Я общаюсь, у меня есть друзья, которые математики. И они прекрасные поэты просто. А в 10 классе, знаете, как бывает, маленький город, ну все, не маленький, но он, ну, все равно это не Минск, да, это вообще все маленькие города, они провинциальные, считаются. Представьте, приезжает киностудия «Беларусьфильм», приезжает ассистентка, выстраивают всех девочек. И представьте, когда приезжают в школу и выбирают из всех девочек тебя одну. И ты приезжаешь на пробы, на «Беларусьфильм». Я помню, что я накрутила какую-то челку безумную у меня была. Но меня не взяли. Я так старалась, я так смешно старалась, я прям себя помню. И понимаете, в тот момент, когда меня не взяли, то есть сейчас я думаю, просто меня не взяли, и я пошла в артистки. Нет, судьба очень элегантно выкруживает это кружево. Я вообще думаю, что все предрешено у каждого человека. Но у каждого есть шанс что-то изменить или поправить. Поэтому все есть как есть. Люди, которые идут в театральный институт, они творческие. Они хотят, они понимают, что они хотят быть знаменитыми. Ну а как? А как? Он же не хочет работать в заштатном каком-то месте, его никто никогда не знает, и на него не покупается билет, не продан. Вот, поэтому я пришла туда, и я училась. Я никогда не рисовала себе далеко никаких вершин. Например, я хотела в институт. Никогда не думала, а чего там, а потом я буду там, а потом я буду там. Нет, я пришла в институт, и это было так интересно. Мы занимались с утра до ночи, просто с утра до ночи. Я поступила к Лиле Давидович, народной артистке нашей, Андрею Федоровичу Андросику, у меня были преподаватели. Потом я родила старшего сына, ушла в академический отпуск. Год сидела в Малиновке, в песочнице с деткой, была очень счастлива с мамой. И тогда я была счастлива. В том-то и дело, что я совершенно не страдала, что там, все там играют, а я тут просиживаю. Нет, центр мироздания не там, где нас нет, а там, где мы есть. И вот в этой песочнице и был мой центр мироздания. Сериал «Она не могла иначе» с Валентиной Толкуновой, это Сашка Ефремов снимал, у нас есть это в архивах БТ, и есть «Нежная зима». Вот они, где звезды светят.
И есть сериал «Вера», где я там огонь такой метаю, все. А может, это вообще афера какая-то? Это был 4-й курс, это был Владимир Борисович Шпитальников, который пригласил меня и мою подругу, мою однокурсницу, мы были очень похожи, в викторину «Шанс». Нас накрасили, сделали гулечки гладкие, и мы должны были вручать кому-то призы. Я приз отдала не тому человеку, а поскольку это был прямой эфир и телевизор, это был как сейчас подарить квартиру, это было ЧП, но я умоляла, я уже тогда была за людей. Я говорила, ну ведь человек, ну он же не виноват, что я отдала ему телевизор. И он уже пережил эту радость. Ну как вот у него, как у ребенка забрать на конфетку, потом нет, подержала, отдай другому мальчику. И я уговорила что-то придумать, и подарили тому, кому надо, и оставили этому. Уже началось утро, и утро длится 22 года. И была программа, и есть она и в Ютубе, сейчас она «Беларусь-3», она периодически ее показывает, «Выход есть». Это моя авторская программа, это моя очень, это мое сердце. На самом деле эта программа началась с того, что у меня у папы случилась такая трагедия, ему отрезали ногу, сосуды. Он лежал в протезном центре. И знаете, я приехала туда, там люди, у которых нет рук, нет ног. Там прекрасные врачи. И эти люди, они вообще так улыбчивы, они так приветливы, они так веселы. И знаете, вот, наверное, программа началась с того, что я шла по коридору, а мне навстречу шла девочка. Вот, очень красивая, только у нее была очень красивая фигура, но у нее была коротенькая вязаная платьице. Вместо одной ноги у нее был протез, палочка со ступней. И она очень легко шла. Она шла как балерина. И представьте, какой правильный вызов и посыл, что она хотела оставаться дальше красивой девочкой, несмотря на то, что у нее нет ноги. Я вот иду по коридору к папе в палату и говорю: «Здрасте». Она говорит: «Здрасте». И она так легко мне говорит: «Здравствуйте». И, по-моему, даже она первая поздоровалась. Ну, видимо, потому что она узнала. И я говорю: «Боже мой, как вы красиво идете». Она говорит: «Спасибо». И так же полетела дальше. Я была потрясена, потому что я была озабочена какой-то проблемой, где-то что-то не складывалось. Я, конечно, в очередной раз подумала: «Боже, как же люди неблагодарны за то, что они имеют то, что они имеют». Говоря о себе, конечно, о каких-то минутах. Вот я, когда приходила туда и видела этих людей, разговаривала с ними, я подумала, что я хочу успеть сказать на площадке, медиа-площадке, которая есть, Белтелерадиокомпания, это и есть моя работа. Возможно, это и есть моя обязанность. Понимаете, то, какую рубашечку, сережечки мы оденем, это понятно, что это должно быть все эстетически правильно, но я хотела сказать, успеть сказать об этом. И «Выход есть» – это программа именно вот это. О том, что в любой ситуации, как бы ни было трудно, что казалось, что вот, ну вот все, нет. Но пока мы дышим, все не происходит. Я так люблю эту профессию, и, похоже, она также любит меня. Все. Здрасте, девочки. Я уже вся плачу, потому что я рассказываю про коридор длиной в жизнь. Все такое прочее. Опаздывают всегда на одно и то же время иногда. На какое, буквально, скажи? Минут на пять. Но пять минут утром в это время это всегда... Это очень важно. Это самые важные минуты. Две минуты, три минуты, пять минут. Кто работает так рано, тот знает. Нет, но зато Оля сначала могла делать за час, потом за 50 минут, потом за 30. То есть она может все. Вообще люди, знаете, которые со мной, они потом могут все после экстремальных и делать так же хорошо. Сейчас главное до Светы достучаться, чтобы она услышала эту важную информацию. Поэтому, Денис, вся ответственность ложится на ваши мужские плечи. Да. За каждой историей стоит конкретный человек. И я очень это уважаю. Я знаю, что один человек, он гигант, он может все. Конечно, коллектив может еще больше, но никогда нельзя умолять человека вот в любой работе. Вот убери любого человека здесь, и ничего не получится, и не будет эфира. Толя, который приносит мне яблоки, который сейчас со сломанной рукой что-то там выключает, понимаете? Но он говорит: я иногда меняюсь на эфир, потому что мне так с вами весело. Толечка, спасибо. О! Анатолий, про которого... Да, про которого я рассказывала.
Послушайте, понюхай, как пахнет. Это же вообще, это же, вот, настоящее. Толечка, спасибо, никому не давай, храни все, и мы будем жить вечно. Добро. Спасибо, спасибо. Витя, который поругивается нежно на нас, Виталик, который всегда деликатно молчит, Саша, который занимается физкультурой во время перерывов, пока идут новости. То есть это такая семейная история, это очень кружево. Девочки, которых я увидела только в начале и увижу сейчас в конце эфира, которые сидят в аппаратной. Женя, которая была редактор сегодня, Юля забыла, которая режиссер, которая работает больше 30 лет на телевидении. Представляете, какие это профессионалы? Когда вам предложили стать послом, вам не было страшно, вы не хотели отказаться. Вот как вы восприняли эту новость? В чем хороша должность посла? Ты не про себе просить невозможно. А когда ты просишь и договариваешься о людях, которым нужна помощь, а я в силу своей работы знакома, ну, с абсолютно каждым человеком в нашей стране, поэтому соединение происходит легко. Понимаете? Не знаю, как это называется, медиатор. Только медиатор мирит, а мне не нужно мирить. Мне нужно просто соединять, соединять. И, в общем, как показывает практика, если мне продлили полномочия, вот я 5 лет в ранге посла, то, ну, видимо, я не знаю, как оценивать свою работу. Я просто работаю, и все. Я была в женской колонии в Гомеле. На меня тоже произвело это огромное впечатление. И, знаете, трудный момент, когда, конечно, кто-то что-то нарушил, и человек получает наказание. Но знаете, вот все-таки женщина везде остается женщиной, и человек везде остается человеком, если у него хватает сил. Вы не представляете, все женщины были в макияже, с накрашенными ресницами, нарумяненные щечки. И, ну, я верила и видела в их глазах, и мы говорили об этом. Мы посещали ВИЧ-инфицированных женщин, ВИЧ-положительных. Вот. Конечно, все равно понимают, что они вернутся, они этого хотят, ждут, верят и не теряют себя. Проблема существует, она есть во всем мире. И дискриминация существует уже, когда у человека ВИЧ, и об этом узнают на работе, в семье. Вот это начинается стигма и дискриминация. Это проблема, но проблема начинается раньше. Люди не хотят знать свой статус. Мне кажется, вот сегодня это так просто. Поэтому я очень много об этом говорю. Мы ездим много. Школьники, студенты, ВИЧ-вирус люди, которые люди плюс, да, наркозависимые. Мы посещаем эти центры, где заместительная терапия, все. То есть у нас очень работает все. И те, кто, может быть, не очень верит или не понимает, дай бог, что вы пока не попали в историю, и вам просто не нужно в это верить или знать эту векторность и эти направления. Министерство здравоохранения нам очень помогает. У нас нет отказов вообще. МВД мы работаем, Министерство иностранных дел мы работаем. И наша страна, вот в Восточной Европе, Центральной Азии, она, в общем, максимально передавая в этих вопросах. Я нигде не сказала обращения, никакого обращения. Никакого и не будет, исключено. Ничего нельзя говорить вообще. Ничего нельзя, вообще никаких. И подожди, значит, после этого я говорю, я вас, дамы и господа, мы приглашаем вас на спектакль Большого театра Беларуси «Ор и Ора», а можно сказать «Оп и Опа». Я хотела так. «Ор и Ора», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом. На очень правильных книжках. И говорю студентам, что те, кто не читал сказки и не прошел этот пласт или не слушал классическую музыку, они не поймут, что такое любовь, они не поймут, того ли человека они встретили. Поэтому мне очень нравилась всегда, знаете, Данка, который достал сердце и понес людям, чтобы им было светло. Вообще, я считаю, что все люди помогают друг другу. Просто кто-то меньше, кто-то больше, кто-то заметно, кто-то незаметно. Но вот я уверена, что и вы помогаете. Поэтому, ну, мне просто до всего есть дело. Знаете, у меня активная жизненная позиция. Просто у вас так глобальнее, да? Да, и потом в силу моей профессии публичной. Ведь ко мне
вот просто ежеминутно люди хотят какого-то внимания или задать какой-то вопрос, или рассказать о своей жизни. И я, даже если я бегу куда-то за продуктами или, не знаю, там на какое-то мероприятие, я обязательно остановлюсь вот так и скажу «да», «да». И что бы ни было, какое бы ни было плохое настроение, я все равно буду слушать. Из-за того, видимо, что я нахожусь у них в домах 27 лет, в их телевизоре. Поэтому они считают меня своей. Потому что, как мне однажды одна пожилая женщина сказала в аптеке, «Деточка, ты же живешь со мной. Я же живу одна», она говорит. «Я всегда знаю, какое у тебя настроение». Ой, да, я так правда вспоминаю. Она говорит, когда вы сердитесь, когда вы мягкая, когда у вас что-то не так, когда вы счастливы. Представляешь, она видит меня 27 лет. Вообще жизнь. Для меня это скорее драма, нежели это комедия или идиллия, ну согласитесь. Возможно, потому что драматические моменты так сильны, что они остаются самой высокой нотой в нас, да? Потому что когда мы счастливы, это миг. Вот я очень счастлива, потому что я вас вижу, приехал прекрасный оператор, прекрасный режиссер, мы разговариваем, это моя любимая работа. То есть я могу вам сейчас рассказать и зарыдать от счастья. И это правда. Но за этим стоит очень много. Я спала сегодня 2 часа. И я не буду сейчас рассказывать, что у меня болит. Если ты хочешь что-то говорить людям, найди в себе силы встать. Поэтому я очень требовательна в работе и к другим, и, может быть, и к студентам. Удивительно насыщенный день, но так уж вышло, раз программа «Белорусы», значит, вот это день белоруса, в данном случае меня. Поэтому вот сейчас, после эфира, я приехала к студентам. Здрасте. Здравствуйте. И сейчас мы делаем открытую историю, потому что это журналисты. Сейчас посмотрим, как это сделали бы они. Все красивые, все прекрасно. Арина будет журналистка, какой она и является. Я даже сегодня успела увидеть ее на телевидении, увидела, что она успела и на занятия, и туда. А Павел, давайте, Павел будет трудный гость. Давайте придумаем какого-то вредного человека со сложным характером. Отстранили на месяц от эфира. Это был единственный раз в моей жизни, который пришел и на любой мой вопрос в эфире говорил, да. Я ему опять пока в присядку. А он нет. Мне хотелось убить его стулом. Ну, потому что другого желания не возникает. Человек, чего? Я ему говорю, я понимаю, что я проиграла интервью, я еще, меня наказали. И я говорю, скажите, а зачем вы пришли? Я говорю, а зачем вы пришли в 5 утра? Это же так трудно. Поэтому мы, вот это был единственный случай, слава тебе, Господи, что больше таких гостей не было. Все как-то разрешалось. Но вот это был такой случай. Поэтому у тебя вот тот же случай. Поэтому, когда ты понимаешь, ты скажешь, скажите, зайди с другого боку. Скажите, а вы не любите интервью, да? Тогда копай его на это. А зачем вы пришли? А вы же согласны, что если вы творческий человек, существует пресса, существует это. Я ведь про вас ничего не соврала. Я ведь ничего плохого вам не сделала. Бей его тогда в самое сердце. Я преподаю на факультете журналистики. Это люди, которые должны прекрасно говорить, прекрасно объясняться, общаться, привлекать к себе людей и кредит доверия иметь. Поэтому сначала я должна дать эту базу, а потом мы идем к тем занятиям, которые я хочу. Вот у нас есть аппарат. У нас существует аппарат, который нужно все время качать, разрабатывать. То есть смотреть хорошие фильмы, слушать хорошую музыку. Желательно разговаривать с хорошими людьми. Если разговариваете с людьми, которые вас раздражают, нужно понять, что вас бесит и что происходит с вашей эмоцией. И вы должны иметь такой эмоциональный бункер, ваш личный, который у каждого свой. И оттуда в нужный момент, запоминая состояние радости, переживаний, горя, сопереживаний, когда вы говорите о войне, вы вспомните какое-то свое чувство, и вы будете думать об этом, вы подложите эти чувства. Потому что вы можете пользоваться в течение жизни только собственным эмоциональным бункером. Вам никто в этом не поможет. Поэтому одни ведущие или одни актеры или одни писатели пишут так, что у нас выкручивается сердце, они нас пробуждают или снимают фильмы, а кто-то просто в проброс, никак. Поэтому вы должны копить эти чувства. Ну, как-то у меня сложились уже хорошие отношения со студентами, причем они хорошие не то, что мяу-мяу, а как бы те, кто пропускает, они знают, что они должны выполнить свое задание, поймать меня в любой точке и мне его рассказать или сдать. Без этого, ну, зачет не может быть.
Но это справедливо, а когда они верят и понимают, что это справедливо, никто ни на кого не обижен. Я как подумаю, что мы с вами расстаемся, я просто хочу, чтобы у вас все получилось. Но вообще мы не расстаемся, потому что в любой момент, где бы мы ни встретились, на улице или в университете, или что-то еще, но поверьте, в любви советов нет. Но если он вам будет нужен, я обязательно вам чем-то помогу. Ну вот все, что я смогу. Потому что глупо портить вам жизнь какими-то плохими оценками или незачетами. Не, разумеется, то, о чем мы договаривались, и большие задания, которые заданы, они должны быть сделаны, если только человек пропускал. А все остальное уже, это принципиальная позиция. А все остальное, конечно, я всегда на вашей стороне, потому что у вас впереди очень длинная, очень сложная и очень счастливая жизнь. Невозможно их воспитывать, они слишком личности, чтобы их воспитывать. Вот даже в эту программу, в которую вы приглашали их тоже, я говорю, детки, пожалуйста. Они говорят, так, мама, мы не хотим играть роль твоих сыновей, можно нам прожить свою жизнь? Ну, я очень коротко вам сказала. Но они сказали, нет, если ты, конечно, очень хочешь, мамочка. Я подумала, нет, я не хочу никакого насилия, но это их право. Они устали быть детьми знаменитых родителей. Мы же все судьи, человек так устроен, мы все знаем про воспитание. Мы все судьи и все такое. И возраст прекрасен тем, что я, как вам сказать, сабли немножко опустила, сабли суждения. И я как-то, я вдруг поняла людей. Даже их плохие поступки я поняла. Или там какие-то злые, может быть. И я ведь тоже там, если меня подрезают на машине, иногда я улыбнусь и пойму, что человеку просто плохое настроение, а иногда я тоже хочу ему что-нибудь сказать. В общем, я тоже ничем не лучше всех остальных, у кого бывает плохое настроение. Понимаю, если люди, которые кто-то там рявкнул, или кто-то тебя не заметил, или что-то еще пренебрег, ну, значит, у него там нет гармонии, все не очень хорошо. Я заметила, что у вас очень уютно дома, и вы любите гитары, да? Я обожаю. Они делают мою эмоцию, да. Спросите меня про любое. Например, вот эта штучка. В Милане я люблю домашние магазины. У меня же сестра живет в Италии, я часто там бываю. Я захожу в магазин. Причем мне говорят мои родные и близкие, Света, больше мы ничего не можем покупать, потому что чемодан переполнен платьишками, рубашечками, сапожками, туфельками на эфир и все такое. Я вижу эту елочку. Причем, смотрите, она немножко бракованная. Она стояла одна, потому что у нее вот там чего-то, вот она так кивается, ковыряется. А у нас еще как-то это как-то не очень продавалось. Или даже больше. Я говорю, нет, я не могу жить без этой елки. Все, все, вот, все, значит, я поеду так. И мне все говорят, нет, это невозможно, она никуда не влезет. Я говорю, нет. И я вышла вот с этой елкой. Я не знаю почему, но слушайте, она мне так нравится. И каждый декабрь, она стоит у меня всю зиму, и она меня будоражит. Я не могу вам этого объяснить. Это так. Подушечка, это мне сделала замечательная Катенька, девушка моего сына. Она вышивала ее очень много месяцев, и она поймала... Подушка волшебная. Я когда на нее смотрю, со мной что-то происходит. Ну, представляете, как вот делать стежок, вот стежки, вот это все, вкладывать энергию. Видимо, Катя вложила энергию, и я даже вот эти вот фиолетовые ушки, как я называю, когда я ухожу из дома, если они вдруг повисли, я обязательно их вот так ставлю, поправила ее и пошла. Вот это все, это тот эмоциональный бункер. Вот сейчас вы уйдете, я должна прийти в себя. Мне нужно посмотреть в окошко на красивый город, помолчать. Я снова, знаете, залезу, занырну в свой бункер, ложечкой возьму чуть-чуть чего-то, не знаю чего, что это за рецепт, и пойду к студентам. А потом я забегу снова домой, переоденусь, и в 6 часов вечера я веду 30 лет гильдии актеров кино. И огромный вечер, куда приедет Наталья Варлей, Сергей Никоненко, наша кавказская пленница. Ну, вообще будет много гостей, будут все наши актеры. Но как я это выдержу? Я пока еще не знаю. Я вообще с момента рождения здесь... Я абсолютная белорусская. Я чувствую себя всегда счастливой. Причем бегу ли я по лугу с босыми ногами в детстве,
или сейчас я бегу. Я просто сейчас, я тоже бегаю сейчас по лугу босая, только у себя там в деревне на даче. Ничто не изменилось. Я себе не изменила. Вот своей стране и себе я не изменила. И мне здесь очень хорошо. К хорошему же быстро привыкаешь. Света? Да. И поэтому я думаю, ведь нужно работать так, чтобы в мире любой человек, где бы он ни был, в любой точке, это же канал «Беларусь-24», он показывает везде. Я подумала, вдруг он остановится, потому что он услышит нашу энергию. Чтобы он услышал, узнал и захотел сюда приехать.